Глава администрации Матвеева Курганского района Дина Алборова приветствовала участников мероприятия. Здравствуйте, уважаемые труженики сельского хозяйства. Я всегда думала, почему, говорят, у вас есть связь с Богом. А теперь убеждена, что она у вас действительно прямая. Спасибо огромное за сегодняшний прекрасный день. День поля – это грандиозная демонстрация труда работников сельскохозяйственной отрасли. За этим, конечно же, стоите вы, стоят наши труженики. Да, действительно, этот год для нас, для Матвеево-Курганского района, рекордный, потому что урожайность составила 54 центнера с гектара, и мы собрали рекордный валовый урожай 420 тысяч тонн в истории Матвеево-Курганского района. Спасибо вам огромное. Низкий поклон труженикам Матвеево-Курганского района. Я счастлива, что вы у меня есть. Спасибо всем за ваш труд, за который вы вкладываете и в развитие территории Ростовской области, процветание нашего любимой малой родины. Спасибо вам огромное. С праздником! В аграрном форуме приняли участие эксперты, руководители и агрономы больших и малых хозяйств Ростовской области. Данное мероприятие произошло благодаря, или происходит благодаря нашей давней дружбе с руководителем предприятия, на котором мы находимся сейчас, на территории которого мы находимся, благодаря Николаю Федоровичу Малаю, с которым мы уже дружим на протяжении, наверное, более 10 лет. Николай Федорович, большое спасибо. У вас отличная команда, и Максим, главный агроном данного предприятия, Владимир Анатольевич, главный агроном дочернего предприятия, ну, они нам оказывают ежегодно мощнейшую поддержку. Ну, и то, что получилось в поле, вы сегодня увидите. Для гостей Дня поля подготовили насыщенную программу. Презентацию новинок компании «Лидея». Осмотр делянок с гибридами подсолнечника компании «Лидея». Мастер-класс об основных лимитирующих факторах, влияющих на урожайность подсолнечника. Знакомство с новинками компании «БАСФ» для защиты подсолнечника и продуктами компании «Изагри» для повышения урожайности подсолнечника. Подсолнечник, мы знаем, выносит большое количество калия, да? До 12 килограмм на тонну. В два раза больше, чем азота, и в 4 раза больше, чем фосфора. Поэтому подсолнечник очень отзывчив на калийные удобрения. Но калий он достает и из почвы. Мы знаем, что корневая система подсолнечника 5 метров. Она качает изнутри такое количество элементов питания, которое, в принципе, как бы ему через лист и не надо.